находимся на территории острова Кипр. Очень историческое место, исторический остров, где вы сейчас нас видите. Это место, куда впервые апостол Павел с Варнавой приплыли для того, чтобы в свое первое путешествие миссионерское, для того, чтобы проповедовать Евангелие на этом острове. И мы сейчас находимся, друзья, здесь перед вами есть большой прекрасный вид, который за нами. Это раскинут древний город здесь, около 1000 лет уже ему, когда он был вначале основан здесь. И мы здесь для того, чтобы рассказывать людям вечное Евангелие Иисуса Христа, что Иисус Христос любит людей на Ближнем Востоке, что Иисус Христос умер за них и воскрес за них, и имеет большое будущее и большое благословение для людей здесь, которые живут. И со мной сегодня прекрасный собеседник, пастор Алекс, который сидит рядышком со мной. Пастор Алекс, я рад тебя приветствовать. У нас сегодня прекрасная программа будет. И мы сегодня будем говорить о том, что Господь делает на Ближнем Востоке, на окно 1040. Это малодостигнутая территория народности для Христа. И мы сегодня посвящаем эту программу для того, чтобы на немножко, хотя бы немножко сделать попытку приоткрыть для наших славян, для русскоговорящих, которые смотрят эту программу, что же Бог делает на Ближнем Востоке, непосредственно, что Бог делает в этом регионе, окно 1040. И ты здесь находишься уже долго, и Господь дал тебе видение для того, чтобы достигать мусульманский мир, который живет на Ближнем Востоке. Можешь поделиться с нами немножко, что представляет сегодня вот Северный Кипр? Представляешь, вот за нами прекрасный вид Северного Кипра. Одна мечеть стоит, вторая мечеть стоит. И в этом вот маленьком радиусе около 3 мечетей. То есть мы находимся на территории, которая, где живут мусульмане. Пожалуйста. Да, совершенно верно, Павел. Это мы находимся с вами, друзья, вот в самом центре этого окна 1040. Оно представляет из себя 28 мусульманских стран, 2 индуистские страны и 8 буддийских стран. И окно 1040 – это более 2 миллиардов человек. Прежде чем назвать 1040, оно называлось Resistant Bell – пояс сопротивления. Потому что это место, в котором когда-то было с великой силой проповедано Евангелие, сегодня здесь живут народы, которые очень трудно достижимы для Евангелия. Но окно 1040 – это Северная Африка и Западная Азия. Крупнейшие страны, входящие в это окно, это, конечно же, Китай, Индия, Египет, Турция. И из 50 примерно недостигнутых Евангелием народов, 46 проживает здесь, в окне 1040. Если мы говорим о немножко еще о статистике, то это примерно 88% недостигнутых людей. Всего лишь 2% недостигнутых живет в Южной и Северной Америке. И 88% вот здесь, в этом окне. Вот масштабы, Павел. Вот это просто невероятно, какое большое количество людей разных национальных групп, они живут именно в этом регионе, где мы сейчас находимся. То есть немножко мы могли бы прояснить еще, что такое 1040. Возможно, не все знают этот термин. И 1040, почему мы называем 1040 это недостигнутые народы Евангелием? Потому что, возможно, у нас есть соседи, которые живут также с нами, и они также недостигнуты Евангелием. И они не знают Бога. И мы можем ли мы их назвать, что они недостигнуты Евангелием? Конечно же нет. Почему? Потому что разница состоит в том, что недостигнутые Евангелием – это те люди, которые не имеют доступа к Евангелию. Никто не подойдет и не скажет им, потому что нет людей, нет миссионеров, нету Библии, нету церкви, где бы люди могли иметь встречу с Иисусом Христом.
Да, совершенно верно, Павел. Здесь по статистике, вот на Ближнем Востоке, ну скажем так, среди мусульманских стран, примерно 3 миссионера на 1 миллион человек. Вы понимаете, это вот, вот масштаб. И одна из причин, почему эти народы не достигнуты, потому что здесь Бог ищет человека, чтобы приехать и проповедовать Евангелие здесь именно. 10-40 окно – это не только мусульманский мир. Это мы говорим, что в 10-40 окно – это мало, народы, которые мало достигнуты Евангелием. Сюда входят мусульмане, большой процент, скажем, да, подавляющий. 1 миллиард. Больше 1 миллиарда да. людей, которые не достигнуты Евангелием. Дальше сюда входят также, какие еще группы входят в это число? Скажем так, религиозные группы – индуисты, 1,1 миллиард. И 237 миллионов – буддистов. Вот это, статистика окна 10-40. Это включая Индонезию? Вот Индонезия, я думаю, что не включается сюда. Если, знаешь, если окрасить вот краской на карте недостигнутые Евангелием народы, то мы увидим вот этот пояс. Это от экватора 10 градусов и 40 градусов. Поэтому называется окно 10-40. Это будет пояс недостигнутых народов. Пояс недостигнутых народов. Давай поговорим немножко сейчас, коль мы находимся на территории, скажем, вот мусульманская территория здесь. Здесь за нами вид, одна мечеть, как я уже сказал, есть около 3 мечетей. И недавно, буквально полчаса назад, мы слышали вот молитва, которая раздается здесь практически на всей территории из этих мечетей. То есть, какое у тебя ощущение? Вот ты находишься здесь, и мы сейчас находимся, что ты можешь сказать? Есть ли разница, когда ты находишься среди людей, которые имеют доступ к Евангелию, и на территории, которая не имеет доступ, что, какая разница между людьми, которые достигнуты Евангелием и не достигнуты, скажем? Ну, знаешь, Павел, я бы сказал, что на лицах людей это виден какой-то отпечаток, что, знаете, что... Те народы, которые живут в местах, просвещенным светом Евангелия, видно, что каким-то образом, даже неверующие люди, но их затрагивает этот свет Христа, который, как мы знаем, просвещает всех. А здесь и на лицах этот отпечаток, и в атмосфере. Даже вот мы много раз ездили вот с этой части греческой на турецкую часть Кипра, и ты сам прекрасно знаешь, атмосфера сразу меняется. Потому что здесь христианская часть, а вот рядом с нами турецкая мусульманская часть. Да. Это ощущается. Вот удивительно, что мы вот находимся прямо на границе с турецкой частью. Вот за этой границей находится уже турецкая территория. Там живут турки, и турецкий флаг, вот, который вот сзади нас, он виднеется. Но когда Бог смотрит на землю? Вот Бог смотрит сейчас, мы видим границу. Мы видим обусловленную территорию, страны делятся экономически, политически. Вот меня всегда удивляет как бы природа Бога, что когда Господь посмотрел на всю землю, когда Он увидел, что Его творение, оно погибло и упавшее творение, Господь не увидел тогда ни границ, Он не увидел национальностей, Он не увидел... турков, он не увидел греков, он не увидел мусульман или еще каких-то религиозных, скажем, принадлежностей. Он сказал, я так люблю мир, я так люблю турков, я так люблю мусульман, я так люблю все эти народности. И он отдал своего сына. Он отдал своего сына, самое дорогое, что было у Бога Отца, это его сын был. И он отдал его в этот мир для того, чтобы спасти людей. Иисус Христос пришел на землю, отдал самое дорогое, что у него было. Он посвятил всю свою жизнь и умер за этих людей. Поэтому, почему я об этом говорю, друзья? Потому что Господь, Он смотрит именно таким образом. Он не видит, что вот американцы, вот русские, вот турки, или, скажем, по религиозной какой-то, то есть разницы какой-то смотрит на людей, что это мусульмане или буддисты. Писание, Библия говорит, что Он желает, чтобы все люди спаслись, включая мусульман, и достигли познания истины. Поэтому с этим посланием мы сейчас здесь находимся на Ближнем Востоке, для того, чтобы приоткрыть завесу, что Господь на самом деле, Он уже начал делать здесь, и что Он собирается дальше делать.
И мы говорим сегодня о мусульманах, пастор Алекс. То есть, кто такие мусульмане? Вот в представлении разный стереотип бывает у людей, когда мы встречаемся, и люди говорят, да мусульмане, да пусть они погибают. Они говорят, да пусть они взрывают сами себя. То есть, или люди имеют совершенно другое представление о том, что мусульманский мир, мусульмане, это те же самые, то же самое Божье творение, которых Бог сильно любит, за которых отдал свою жизнь Иисус Христос. То есть, можешь поделиться, что, кто такие мусульмане? Ну, конечно же, те, кто исповедует ислам. Но на самом деле, знаете, как и среди христиан, мы говорим христианские страны, но, друзья, мы, конечно же, понимаем, что не все знают Иисуса Христа, которые живут в христианских странах. То же самое и с мусульманами. Здесь не так, бы я сказал, много тех, которые настолько посвящены исламу, настолько они вот регулярно ходят в мечеть, ну, по крайней мере, вот в районе, где мы живем с тобой. Но, конечно же, ислам, он формирует мировоззрение людей. И среди мусульман, конечно же, есть большое тоже разделение. Есть 85% суннитов и 15% шиитов. Общая численность мусульман 1,6 миллиарда человек. И какой процент, скажем, у нас есть какая-то статистика, мы находимся на Ближнем Востоке, эта статистика, она намного реальнее, и она реальнее, чем, скажем, чем статистика, скажем, на бумаге где-то. Какой процент присутствия христиан здесь? Вот, скажем, давайте для примера, коль мы находимся на, с видом на Турцию сейчас, вот количество 75 миллионов человек проживает различных национальностей, кстати, не только турка, подавляющее большинство турки. Какое количество христиан в Турции? Друзья, но немножко предыстории, что до 7 века, до вторжения, скажем так, ислама на Ближний Восток, это была христианская территория. Но даже в начале 20 века здесь проживало около 20% христиан на Ближнем Востоке. На сегодняшний же день в странах Ближнего Востока всего лишь от 2 до 5%. И некоторые исследования говорят, что если так все будет продолжаться, как сейчас идет гонение и притеснение, то к 2020 году будет половина от этой цифры. То есть мы говорим от 1 до 2% христиан к 2020 году. Это очень, не очень приятная, скажем, приятные прогнозы, статистика приятная. Но вот для этого мы здесь. Для этого, друзья, у нас есть сила Евангелия. Для того, чтобы мы посмотрели на Ближний Восток, на страны Ближнего Востока, Турцию, Иран, Сирия, Египет. И посмотрели по-другому, что Бог не закончил с этими странами. Бог не закончил с людьми, с мусульманами, которые здесь живут. И мы знаем, что мы живем в последнее время. И в последнее время Господь желает возгреть этот миссионерский дух для того, чтобы отправить еще много людей, миссионеров, которые будут зажжены этим огнем, для того, чтобы понести Евангелие, приехать сюда и послужить среди мусульман. Поэтому, еще возвращаясь, говоря о мусульманах, иногда бывает такое представление у людей, что все мусульмане, они практикуют ислам. Насколько это достоверно? Нет, это не так. На самом деле, практикующих мусульман, я не знаю статистику, Павел, но по моему опыту, и ты тоже много достаточно уже за это время сталкивался, что не так и много. Вот, по крайней мере, в этом районе, где мы живем, и, по крайней мере, среди молодых людей. Я вспоминаю одно служение, которое было у нас, кстати, на турецкой части. И пришли турки на служение. Новое, впервые, первый раз. И они вышли. Удивительно о турках, если мы говорим, они, ну, мы говорим о мусульманах в общем, но мы также говорим о турках непосредственно сейчас, в данный момент. И они приходят слушать Евангелие, они приходят слушать из-за любопытства иногда приходят. Но мы верим, что это не просто любопытство, потому что Господь работает здесь.
Есть очень много случаев, когда Христос приходит во снах мусульманам, является, они переживают рождение свыше, они обращаются к Богу. И даже очень много тайных, друзья, очень много тайных христиан находится в мусульманском мире здесь. Но мы верим, что время приходит, когда Бог что-то меняет в духовной атмосфере. И мы верим, что этот, скажем, сдвиг в духовной атмосфере, он будет все больше и больше расти. И мы об этом поговорим в конце программы, потому что у нас есть четкие аналогии, как произошла, как упала стена когда-то берлинская, как упала когда-то империя зла, бывший Советский Союз, точно так же. Еще есть империи, скажем, которые еще держатся под оккупированным дьяволом, но в последнее время Бог что-то делает, он будет менять. Возвращаемся к конкретной истории в Киринии, потому что я не сказал до конца эту историю. Приходит эта мусульманская семья, и я удивился, они вышли наперед для того, чтобы помолиться за них. Они не верят в Бога, они не впервые слышат об Иисусе Христе, просят, чтобы молиться за исцеление, еще не приняв Иисуса Христа как своего Спасителя. И в конце мы даем им Писание, и я его спрашиваю: ты когда-либо был в мечети? Говорит, никогда не был в мечети. И знаешь, в моем представлении, если он мусульманин, значит, он поклоняется Аллаху, значит, он ходит, исповедует свою религию, в мечеть ходит. Я ему задаю следующий вопрос: и видел ли ты когда-либо Евангелие в своей жизни? Он говорит, да я Коран даже никогда не держал в своих руках. И мы подарили ему Евангелие, молились с ним и верим, что Господь таким образом работает. Поэтому, друзья, не все мусульмане, о которых мы говорим, они исповедуют здесь ислам. Очень много людей на Ближнем Востоке, где мы находимся сейчас, очень много людей, которые не верят ни в Аллаха, и нету людей, которые, миссионеров, которые могли бы пойти сюда, в эти регионы, в эти места, и сказать об имени Иисуса Христа, что Иисус Христос есть Спаситель, что Он пришел в этот мир, что Он отдал свою жизнь, и Он хочет спасать и дать людям вечность, спасение. Настолько, Павел, я бы добавил, нету, что я встречал одну цифру, что те мусульмане, которые обратились ко Христу, к одной трети из них Он приходил лично. Во снах, в видениях. Друзья. Это я тоже, ты знаешь, когда я слышу такие свидетельства, я на самом деле, это нельзя приписать тому, что делает человек что-то здесь. А то, что мы, эти свидетельства говорят о том, что сам Бог, Он не закончил еще с мусульманами, которые здесь живут, и сам Бог, Он приходит. Но представь, насколько, если Бог сам приходит во сне, насколько, где же мы сегодня? Где же верующие люди, миссионеры, которые читают то же самое Евангелие, где Христос говорит, что идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Я верю, что несмотря на конфликты, которые происходят на Ближнем Востоке здесь, вот, кстати, Сирия от нас 120 километров находится. И очень накаленная здесь атмосфера, скажем, в Сирии. Мы все знаем это. Но территория, где мы сейчас находимся, пастор Алекс, это, говорят, как белое пятно на Ближнем Востоке. Вот именно здесь как бы стратегическое такое место, территория, где Господь что-то здесь делает, Господь здесь поднимает, дает вот это видение для того, чтобы достигать мусульман. Именно с этого места, именно с острова, с турецкой территории, вот где мы находимся, которая открывается перед нами. Я хочу задать один вопрос тебе. Может быть, кто-то смотрит сегодня из нас, из наших телезрителей, и он говорит, на Ближний Восток поехать миссионерам. Здесь ведь происходят террористические акты, здесь люди убивают друг друга, конфликты и так далее. Как я могу поехать миссионером именно на эту территорию? Вот что ты можешь сказать на это? Вы знаете, я совершенно уверен в том, что самое безопасное место – это быть в воле Божьей. Поэтому каждый, кто почувствует призыв от Духа Божьего, конечно же, проверив это, потому что это место, которое требует посвящения. Приехав сюда, он будет в безопасности, потому что здесь, к этому месту, я верю, что пристальное внимание у Господа. Его очи обращены сюда. И здесь, конечно, это место, которое ты ощущаешь духовное давление. Ты должен ходить в духе,
Ну а это место, где ты будешь под крылами Господа в безопасности. Mm. И, возможно, турецкая часть Кипра – это хороший старт. Слава Богу, это хорошее слово, хорошее вдохновительное слово. Вы слышите, друзья, что я верю, что кого-то из вас, кто смотрит эту программу, Господь давно уже подготавливал и стучался в ваше сердце. И Господь употреблял вас на миссионерском служении, скажем, полях где-то давно, в другое время. Но сегодня другое время на самом деле. Сегодня время жатвы, и Господь сегодня поднимает этот новый народ, который имеет открытые глаза, чтобы посмотреть на мусульманский мир, на Ближний Восток и на мусульман, которые также нуждаются в Евангелии. Возможно, Господь просто через просмотр этой программы, Господь стучится и говорит в ваше сердце, что пришло время для вас. Вы молились об этом, Господь давал вам какие-то указательные знаки, возможно, говорил в вашу жизнь через кого-то, или лично вы слышали, что Бог обращался к вам. Я хочу сказать, что Ближний Восток, мусульманский мир здесь, он ждет вас. Люди, которые... Миллионы людей, мы не будем говорить миллиарды сейчас, пастор Алекс, мы говорим сейчас миллионы людей, которые ни разу не слышали Евангелия Иисуса Христа. И в то время, когда у меня всегда эта мысль, пастор Алекс, она всегда меня как бы отрезвляет очень хорошо, что в то время, когда сотни, миллионы христиан, они слышали по сотни раз о втором приходе Иисуса Христа на землю, в то время, когда миллиарды, мы говорим, Турция вот перед нами, 75 миллионов, они ни разу не слышали о первом приходе Иисуса Христа на эту землю. Насколько мы должны сегодня иметь эти открытые глаза и молиться: Господь, что-то должно произойти. Господь, что-то должно произойти в этих местах. Должен загореться этот огонь. И мне нравится одна мысль, которую, кстати, я услышал здесь, уже общаясь в это, с нашей ячейкой миссионерской, которая на северном Кипре, на турецкой территории здесь. И я услышал интересную мысль, что последнее время в этой жатве, которую Господь желает совершать на Ближнем Востоке, большую роль будет играть русскоговорящие. Да, совершенно верно, Павел. И знаешь, уже на самом деле это уже так. Мы знаем, сколько церквей сейчас в Израиле. Мы знаем, сколько сейчас тысяч уже верующих. И это пробуждение в Израиле началось вместе с алией именно евреев из постсоветского пространства. Приехав, многие, они или в Израиле нашли Христа, или дома нашли, и множество церквей по всему Израилю. И мы можем продолжить это, если будут те, кто может продолжить, если будут те, кто может приехать сюда. То есть Бог на примере Израиля, он показал, что, а где же были ортодоксальные иудеи, скажем, вернее, они остаются еще, но мы говорим, где же были, скажем, другие национальные группы или другие, в Израиле ведь тоже проживает немало национальных групп, кроме русских, да? Совершенно. Но почему-то Бог употребил русских, русскоговорящих, мы говорим, да, жителей, то есть иммигрантов в Израиле, для того, чтобы зажечь этот огонь, мессианское движение. И самое большое количество миссионеров, то есть или катализатором пробуждения, если можно так сказать, в Израиле, это есть русскоговорящие. Совершенно верно. То есть эта аналогия, она говорит нам о чем? Что точно так же Господь желает употребить русскоговорящих, которые живут в Америке, русскоговорящие, которые живут, возможно, в других местах. Мы говорим не просто украинцы, белорусы или русские. Мы говорим русскоговорящие люди, которые выехали из постсоветского пространства, чтобы также прийти в эти регионы с проповедью, чтобы приехать как миссионеры, чтобы приехать с Библиями, не как туристы, как ты говоришь, миссионеры-туристы приехать, да, но чтобы посвятить себя на год, на два приехать и отдать свою часть своей жизни для того, чтобы сделать здесь разницу, для того, чтобы проповедовать, быть этим светом в этой тьме среди мусульманского мира, чтобы еще люди приходили к Иисусу. Да, совершенно верно, потому что здесь, друзья, это место, где понадобится много терпения. Ты знаешь, что вот в Кирении, в этой нашей русскоязычной церкви, первое крещение
было лишь спустя полгода, как мы начали там собрание. Знаете, поэтому здесь пока еще не пришло время, чтобы стадионы наполнялись, но люди очень открыты к тому, чтобы слышать Евангелие из уст в уста, передаваемое. Есть большое видение, скажем, для достижения мусульманского мира у тебя, пастор, здесь. И я это вижу, как церковь молится, я вижу, как ты, Господь, вложил это в тебя желание для того, чтобы доносить Евангелие. Очень много вы молитесь, ходатайствуете за Ближний Восток, за страны здесь. И я думаю, что что-то происходит именно. Господь всегда, Он подготавливает людей для жатвы. Он Он снаряжает людей для жатвы. И если посмотреть человеческими глазами, друзья, мы находимся прямо на границе с турецкой территорией. За этой частью, на этой части находится турецкая территория. Находится турецкий флаг. Мы находимся прямо на месте, где живут мусульмане. И смотря на людей, которые живут здесь, смотря на то, что как людям нужен Иисус здесь, живой, реальный, не просто религия христианская, но живой, реальный Христос, который приходит в их жизнь и изменяет их жизнь. Иногда по-человечески кажется, что это невозможно. Иногда кажется, Господь, ну неужели эти мертвые кости, неужели эти люди, они когда-то оживут? Неужели, вот есть одно место Писания, которое я хотел бы провести аналогию, это Иезекииль, говорит, 37 глава. Когда-то он поставил Бог пророка именно перед полем, которое было усеяно костями. И здесь написано, Бог спросил, сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости эти и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Вот представляешь, в человеческих глазах, в наших глазах это сухая территория, это сухие кости, это люди, которые еще далеки от Евангелия Иисуса Христа. Но Бог говорит, чтобы мы изрекали, говорили пророческое слово, чтобы мы проповедовали слово Евангелия, и эти кости, потому что сила, когда мы проповедуем Евангелие, в этом Евангелии есть сила Божья для спасения каждого человека. Да. Как ты думаешь, я задам тебе этот вопрос, а живут ли эти кости? Да, вы знаете, ты сказал вот о силе Евангелия. И я вспоминаю этот случай, когда мы были в Стамбуле, и ты говорил Евангелие мусульманам, которые из Индии. Mm-hmm. А я молился тихонько в стороне. И я почувствовал, что под ногами моими начала шататься плита. Mm-hmm. Большая плита. И я сказал, что это. Брат Павел, посмотри, какая сила есть в Евангелии. Не знамение ли это от Господа? Аллилуйя. Не знак ли это? Да, на самом деле. Да, вы знаете, и говоря еще о сухости. Угу. Друзья, мы, конечно же, знаем, что сухое, оно гораздо лучше горит, чем мокрое. Сухой порох, сухие листья, сухой лес, он вспыхивает и горит сильным пламенем. Mm-hmm. И когда-то здесь горело пламя. Потому что это места, особенно говоря о Турции, это места евангельские. Здесь были первые церкви, mm-hmm. все семь церквей из книги Откровений. Mm-hmm. И здесь Христос, Он ходил, как мы помним, посреди многие семи святых. Многие апостолы ходили, это же Малая Азия. Конечно, здесь. Конечно. Здесь были первые церкви, здесь было пробуждение, здесь была колыбель христианства. Друзья, вот где мы находимся сегодня, поэтому еще не все потеряно. И мы сегодня приглашаем вас, и мы также верим, верьте вместе с нами, что эти кости, они оживут. Благодаря тому, что приедут сюда еще миссионеры, которые отдадут свою жизнь, благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы жертвуете, даже финансово участвуете, жертвуете на Библии, на Новые Заветы, которые здесь мы уже закупили большую партию, для того, чтобы проповедовать здесь Слово,
Благодаря вашей поддержке, друзья, эта миссия, эти кости, они оживут. Евангелие Иисуса Христа, оно будет проповедано. Мы приглашаем вас присоединиться. Более того, мы просим вас, чтобы вы молились за Ближний Восток. Молитесь за Турцию, молитесь за мусульман, которые живут здесь. И если Бог располагает ваше сердце своим личным участием приехать и послужить здесь, здесь есть прекрасная церковь, здесь есть прекрасные люди, которые имеют видение, как достигать мусульман. Мы знаем, что это время для того, чтобы Господь сегодня начинал действовать здесь, среди мусульман, в Турции, в этом регионе. И вы можете стать частью этой жатвы, проповеди Евангелия последних дней. Друзья мои, контактный телефон на ваших экранах, также адрес электронной почты вы также видите на ваших телеэкранах. Мы просим вас, напишите ваше письмо, напишите ваше сообщение и скажите, на самом деле мы будем молиться, мы хотим стать частью проповеди Евангелия на Ближнем Востоке среди мусульман. И я верю, мы с пастором Алексом, мы верим, мы молимся об этом, церковь молится. И верим мы, что благодаря вашей поддержке и тех людей, которые стоят вместе с нами здесь, Евангелие будет проповедоваться. И многие люди еще встретятся с живым, не с религией, но с живым и воскресшим Иисусом Христом. Мы любим вас, пастор Алекс. Спасибо тебе большое, дорогой. И да, спасибо, у нас было Павел. Прекрасное время сегодня, прекрасная программа.